Есть над чем работать. Сергей Аксенов выразил озабоченность по поводу защиты важных инфраструктурных объектов в Крыму. По мнению главы республики, меры направлены на антитеррористическую и противодиверсионную защиту транспортной системы и топливно-энергетического комплекса в Крыму являются недостаточно эффективными. Об этом Сергей Аксенов заявил в ходе заседания антитеррористической комиссии, которая в дальнейшем разработает комплекс действий по укреплению обороны. Хотелось бы услышать о конкретных результатах работы, проблемы, которые существуют, и что предпринималось для усовершенствования этой работы. Надеюсь, что совещание даст дополнительный нам импульс в решении этих важных задач по профилактике терроризма в целом и послужит поддержанию стабильной оперативной обстановки на территории Республики Крым.